Всем привет, друзья! С вами Кекс на Румзи! Добро пожаловать в Garden of Banban 6! Да, ребята, это новая серия. С вас лайк, подписка, колокольчик, а мы сразу продолжаем с того места, где остановились. Итак, что это за два непонятных существа, которые общаются между... Посмотри, это просто обрыв! И кто это такие? Ну же, чувак, мы должны снова быть вместе! Ничего подобного, твои шутки бред. Это половинки? Это половинки. У тебя будет одна нога. Все будут думать, что ты разыгрыш, когда ты будешь прыгать как кролик. Мы должны снова собраться вместе, чтобы предотвратить это. Отличная мысль. Дай мне подумать об этом. Ага. И чё? Никогда! Вот вы идиоты, конечно. Они взяли, короче, и... И все. Так, а мне нужно кое-что сделать. Я хочу забрать себе вот эту вот шляпу. Я не знаю, зачем она мне нужна, но я ее пойду заберу. Так, внизу какой-то есть проход. Управление квадрокоптером. Так, активаторы, этот не актив. То есть у нас есть пока что возможность пройти вот сюда, только к этому месту. Ну давай. Карточки фиолетовой даст нету. Это огорчает. Сюда прохода у нас тоже нету, здесь тоже... Может быть, мне нужно было спрыгнуть вниз аккуратненько. Прям аккуратненько спрыгнуть вниз. Насколько это... Нет! Не так! Да не так! Надо было немножко аккуратнее надо было прыгать, капец. Ну, серьезно. Так, эти два чебурека друг друга спихнули, но я не должен был прыгать за ним. Мне нужно было аккуратненько спрыгнуть, как-то захватиться за перила, что ли, или что-то такое. Короче, я знаю тактику. Смотрите, я умею. Я профессионал в этом деле. Так, вверх мне нужно найти фиолетовую карту. Может быть, она здесь где-то лежит, а я, дурачок, пошел куда-то прыгать. Но фиолетовая карта... Подожди. Я чуть не упал, блин. Шляпу-то я собрал. Может, карта под шляпу была? Не. Даже я же могу прыгнуть вот так и попасть вот сюда. Во! Во! Еще кассета. Хорошо. То есть я не знаю, сделал ли я сейчас правильный прыжок или нет, но я в любом случае я спрыгнул. И... А, подожди. А где квадропуптер? Так. Нам нужно его, чтобы он прилетел сюда. И нажал вон ту шляпу. Не, давай, вон туда. Вон туда. И... Он не достает. А может быть вот сюда? Там какая-то кнопка. Где он дальше? А он опять здесь. Да блин, я его не сюда должен был. Лети сюда. И вот сюда нажимай. Я не знаю вообще, зачем я спрыгнул сюда вниз. Так, карточку. Хорошо. Так, это радует. О, еще один черт. Привет. Я найду ее. Идеальную шутку. Я мог бы потерять ногу, но в конце концов это будет стоить того. Мне нужно убедиться, что я не потеряю еще одну. Но я должен помнить больше никаких шуток о том, чтобы заперт в сумке кенгуру. Ага. Это его личности. Это его другие личности. Так, спуститься вниз или подняться вверх? По идее, мы сейчас открыли... О! Банбанчик? Банбан? Рад знать, что вы пережили безумие, происходящее снаружи. Я и раньше видел случаи, когда удавалось избежать сдерживания. Но ничего настолько безумного. Вы не слишком разговорчивы, поэтому я предположу, что вы здесь по важной причине. По факту. Иначе ты не стал бы рисковать своей жизнью, чтобы оказаться здесь. Чтобы бы не было, я пойду с тобой. Спасибо тебе большое. И что это мне даст? Может, ты мне двери какие-то активируешь или что? Может, фиолетовую карточку мне дашь? А еще, друзья, я хочу рассказать максимально важную информацию. У меня открылся официальный магазин Robzy Shop по ссылочке в описании. Вы можете покупать гемы в Бравл Старсе, робуксы в Роблоксе и в других играх. Вам нужно зайти в каталог, выбрать игру, оплатить, и вам задонатят то, что вы хотите. Максимально честно, быстро, выгодно и надежно. Ссылочка в описании. Robzy Shop. Я сам там покупаю.
Короче, по этим лестницам вообще ничего нету. Кроме этого дурака, который здесь сидит, ноет. Ни сверху в темноте, ни здесь ничего нет. А мне как-то нужно теперь подняться наверх и нажать на вот ту красную кнопку. Как я это могу сделать? Я понял! Я понял как! Смотри, короче, нам нужно было спуститься вниз. Да не настолько вниз. Короче, смотри, что мы должны с тобой сделать? Мы должны привести квадрокоптер вот сюда. Во-первых, смотри, вот сюда. А потом отсюда мы его вон туда поднимаем, красную кнопку, прямо на крестик, короче, наводим. Он бьет в кнопку, когда мы наведем на крестик. Все, я понял. Вот это интересненько. Вот это, конечно, да. То есть, получается, мы должны направить ровно вот сюда. Опа. Опачки, слышали? Вот она, ребята, вот она. Ну, гений. Просто гений. Здорово, братиш, спасибо за подсказку. Тупой, ничего не подсказал, я сам догадался. Так, открываем двери. Что дальше? И что дальше? А свет будет? Включи свет, пожалуйста. Мне страшно. Можно мне... Я хочу квадрокоптер сюда. Я куда-то иду в темноту, не знаю. Тут темно, ничего не видно. Я вижу Банбана впереди. И больше ничего, просто темный коридор. Банбан, включи свет. Включи свет, пожалуйста. И где? Эту тоже надо открыть. О, Банбалина. Банбалиночка здесь. А что она где? А, здесь несколько Банбалин. Офигеть. Что здесь происходит? Это клоны? Посмотри это место. Это Банбан? Really это кажется очень знакомым, sure, но я не уверен, где я мог видеть like что-то подобное. Это клоны. Офигеть. Это какие-то клоны. Так. Клоны Банбана. Так, нужен Банбан, чтобы зажечь лампочку. И за этой дверью что-то находится. Какие-то переключатели. Так, Банбан, ты должен туда залезть. Ты должен сюда залезть. Понимаешь? Так, поливалки. Это ученики. Опа, записочка. Кейс отдает репортик. Кейс 8. Про побег чей-то. Так, мы должны что-то с вами активировать. Ну, эта штука... Эта штука никак не активируется. Подожди, активна сейчас одна штука. Вот это. И чё? И чё здесь делать? Exerting the way to become Jumbo, better start pushing. А, нужно толкать. Нужно кого-то толкать. Я понял. Нужно, короче... Нужно Jumbo... Я, короче, понял. Нужно вот этого... Вот так. Толкать и дотолкать до той штуки. Понятно? Вот так. Короче, это пятнашки. Короче, ребят, это реально пятнашки. И как мне это сделать? Мне нужно как-то дотолкать. Ну это вот сюда. Это вот сюда вытолкать. Это вот сюда вытолкать. Лишнее, короче, убираем. Лишнее мы все убираем. Так, вот это отсюда убираем. Ну, насколько я понимаю, нам нужно... Я могу оттолкнуть это? Да. Так. Ну, как-то вот так мы должны это все сделать. Вот так. Вот так. Вот так. Давай. Да подожди ты, сейчас все будет нормально. Не переживай. А как пройти? Это вот сюда. Ага. Это вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Это сюда. Это сюда. Так, осталось немножко.
Осталось немножко. Я, ребята, профессионал пятнашки, если что. Не переживайте, я с таким легко справлюсь. Смотри, и как раз мы дотолкали вот банбанчика до вот этой лапочки. Все. Хорош. Ну. Теперь что? Теперь нужно обратно? Ну и что мы активировали? Опа. Погодите-ка. Какую-то штуку. Что-то активировал. Я что-то только что активировал. А что я активировал, я не знаю. За домом ничего нету. Банбан, а что я активировал? Карточки у меня нету никакой. Ух-ух-ух-ух-ух. Так, и чё? Теперь нужно туда толкать? Вы чё, серьезно? Ладно. Давай. То есть нам нужно толкать там, где светится. Ну? И чё дальше? Ага. Теперь у нас зажглась вот здесь. Окей. Хорошо. Пошли, Бан-Бан. Пошли. Будем тебя толкать. Так, давай, пока ты вот сюда идешь. Это будет посложнее, кстати. Хотя нет, 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 нормально. Я просто, ребят, правда, я очень много в детстве играл в пятнашки. И вот такие вот, ну, такие подобные для меня, ну, загадки. Вообще, это просто, по идее, мы должны сейчас открыть дверь. Все, готово? Все, чинь-чинь. Все, открыли? Ну? А, теперь теперь обратно. Ну, естественно, кто бы сомневался. Ты идешь обратно и что-то активируешь. Не знаю, что, но ты активируй, давай. И? О! Карточка! Наконец-то мы сами сделали. Блин, тут очень тупое здание. Пятнашки, но на самом деле простое, но просто долго. Долго по времени это все нужно было. Фух! Посмотрим, что здесь. Вот она. Ну что? Ты знаешь, что там, Бан-Бан? А-а-а! Что это за фигня? Что это тут делает? Смотри, в кусты свалило. Какой-то слизня в кусты свалил. Почти открыто. Мысли почти открыто. Мысли почти открыто. А что не хватает? Я не могу открыть. Подожди, стрелочка сюда? Это что такое? Эй, hey, тот парень твой друг? Какой? Это что такое? Можешь сказать ему, чтобы он слезал? Мы же не собираемся съесть его. Эй, теперь можешь спускаться, мы дружелюбны. Что это? Что это была за дрянь? Г? Вы что, гоните, Г? Эта фигня меня убила. Эта фигня меня только что зафигачила. Алло. Доброе утро. Подожди, то есть я пошел подобрал палку, и меня зафигачил, вот там какой-то динозавр? Так, посмотри, что там находится. Посмотри! А можно я сразу уйду оттуда? Не-не-не-не-не. Я здесь. Он сюда смотрит. Он на Бан-Бана напал! Значит, ты мой спаситель? Ты получил мое предупреждение? У тебя был шанс спастись от моего хаоса? Это что такое? Оставь их в покое! Это что такое? Его отфигачили тоже? И этого отфигачили, и того отфигачили. Так, я должен вскрыть. Давай, 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 давай! Да вскрывайся ты уже! Опа! Фиолетовая карта. Активируем. Ребята, у вас все нормально? Их раскидал какой-то Джамбо-Джош на максималках. А, этот вырубленный лежит. Этот тоже валяется бездыханный. Алло, нормально все? Ладно. Так, и что дальше? Мне нужно вниз идти, правильно? Надеюсь, эти сейчас червячки за мной не будут бежать. Так, там чьи-то... Там чья-то тень.
Посмотри, там чья-то тень. Там чья-то тень, ребятушки. Тихо. У меня фиолетовая карта. Это карта для прохода направо. Нам как раз таки ее и не хватало. Так, никого вроде новенького здесь не появилось. Вроде тишина. Вроде все хорошо. Этот исчез, кстати. Помни, который сидел здесь в углу, плакал, его больше нету. Куда-то он дриснул. Так, фиолетовая карта. Ага. И... А можно мне квадрокоптер? Ладно, я так дойду. Я ничего не боюсь. Я просто иду вниз прыжками. Очень быстро иду вниз. Эти штуки любят темноту. Но надеюсь, их здесь нету. Я очень надеюсь, что их здесь сейчас нету, потому что мне страшно. Я реально в этой игре люблю темноты. Это, кстати, напомню, что это Garten of Banban 6. Так, еще одна фиолетовая дверь. И, естественно, фиолетовый ключ. Так, а мы... И куда мы пришли? Еще голова... Стой! Лучше останемся вместе! Кто это? Ты живой? У меня болит голова. Ты видел, куда сэр Дадау отправился после нашей стычки? Что за сэр Дадау? Подождите, я знаю это место. Выключатель должен быть в офисе выше. Но попасть туда будет нелегко. А, еще одна головоломка? Нам придется активировать 4 замка двери. Отсюда, но сначала их нужно починить. А для этого нужно электричество. Ага. Ага, вот так вот. Я могу починить их, если есть электричество, но я помню, как шериф подстроил выключатель питания, так чтобы он оповещал весь объект на наше местонахождение, если его активировать. Угу. Это вызовет тревогу, которая наверняка привлечет незваных гостей. Ага, то есть мы ошибемся, сдохнем. Если вы прикроете меня сверху, пока я буду чинить эти переключатели, мы сможем пропасть в этот офис. Ага. Готов? Когда и ты. В смысле отвлечь? А что я должен сделать? Забраться наверх? Ну пошли. Ну я готов, дружище. Я готов. И что я должен делать? Старт ребут. Следи за 12 фонарями вокруг меня. Если они станут красными, направь на них один из фонарных столбов. И вниз. Так, нормально. Зарядить фонарь. Зарядить фонарь. Зарядил фонарь. Сверху пока нету гадины. Так. Налево. И вверх. Подожди. Сейчас, подожди. Жахнул. Так. Вот сюда. И наверх. Пытаюсь справиться со всеми. Хорошо. Так, подожди. Вот сюда. Направо. И на низ. Фонарь зарядить. Да сейчас меня съест эта дрянь. Быстрее. Пошел вон. Кто? Все, я не успел? Я же нажал! Давай, еще один остался. Или сколько там? Так. Тут вроде всех. Опять эта дрянь сверху появилась. Так. Готово. Так. Давай. Этого прогнали. И этого прогнали. Все. Сейчас заряжу. Подожди. Сейчас включу зарядочку. Зарядил. Так, пока на потолке нету. Что, все? Ура! Активирую переключатели и пошли назад. Я не хочу больше ни минуты проводить в этом месте. Хорошо. Бумажечку. Так, кейс 4. И... Наконец-то мы 2 штуки с вами сделали. Все. Я иду. Пойдем. Я спрыгнул. Быстрее, чтобы было. Уходим. А туда не надо идти? 3 из 4. Теперь нужно, скорее всего, вернуться там, где был шериф Тостер. Ну, по крайней мере, там, где была Бамбалина, шериф Тостер, где мы получили трендюлей. Точнее, они получили трендюлей от этих мелких шипздиков, которых выпустили на волю, который выпустил мой друг, который сейчас друг, который был не друг. Короче, вы поняли.
И куда мы с вами идем? Где мы с вами находимся? Я вообще уже потерялся, если честно. Во, квадропуптер на месте. Так, квадропуптер, ты мне сейчас очень сильно будешь нужен, потому что мы пойдем по темноте. Или подожди, если мы возвращаемся... А, нет, все, они автоматически зажигаются. Все, хорошо. Мы идем по освещенному месту, потому что на обратном пути не нужно опять квадрокоптер использовать, потому что фонари зажигаются автоматически, они уже подожжены. Не знаю... Подожди, нам нужно поговорить. Кому? Кому поговорить? Это вот эти мелкие? Пока что добились больших успехов, и это действительно поднимет мне настроение. Ага. Я в настроении рассказать анекдот. Хочешь? Да иди нафиг с этими анекдотами! Как называешь жабу, которая расстроенная? Квази-жаба? Непоседа! Капец ты... Слушай... Что это за... Ты дебил? Не шути так больше! Да, я слышал! Они смеялись. Последний раз, когда я рассказывал анекдот, я слышал только крики. И все? Куда ты? Куда побежал? Ты слышишь, перешитый дурачок, который, из-за которого все это случилось. Ты выпустил их. Королеву дурень рассмешил, теперь разгребай. О, Стингерфрин, привет. А что ты уже здесь? О, там Нап-Нап сидит в клетке. А что здесь произошло? Все нормально? О, смотри, китизавр! Бан-бан. Ты здесь? Что вы здесь делаете? А что они здесь делают? Смотри, китизавр здесь. Нап-нап в клетке сидит. Здорово. А ты добрый сейчас, да? Ребят, он, короче, сейчас добрый. А... Кассета. Бан-банчик, что случилось? Нам нужен еще один переключатель, и мы сможем захватить скипетр. Можно сказать, что наш день не будет таким уж ужасным надолго. Что ты смотришь? Что ты ржешь? Что-нибудь случилось, пока нас не было? Ничего. Странно. Я согласен. Сэр Дадау задумал что-то плохое. Что за сэр Дадау? Нап-нап появился, хотя я не уверен, что кто-то будет рад услышать это. Он пытался совершить несколько своих шалостей, и я посадил его в клетку. А еще твой большой кошачий друг постоянно вошел сюда, как будто знал это место. Я не осмелился подойти к нему. Правда? Мне нужно с ней встретиться. Она из немногих, кто ценит мой юмор. Стингерфлин хотел поговорить. Странно снова оказаться на одной стороне после всего, что произошло. Так, этот пошел. Подожди, кассета. Опа. Там атаки, чем атаки. Вы помните этого? А еще есть кассетка? Опа. О, нифига себе. Лоуселин, мы знаем, что он очень быстрый. Так, две видеозаписи у меня было. Так, я пошел поговорю с динозавром. Так, давайте, знаете, что сделаем? Сейчас мы закончим эту серию, потому что и так слишком много. Это очень длинная часть, поэтому, ребят, лайк, подписочка, колокольчик, и я сразу выпускаю новую серию. До встречи, всем удачи, покедова.